Приветствуем всех на YouTube-канале интернет-магазин пряжи пряжи.су. Сегодня мы подготовили для вас подробный видео-мастер-класс по вязанию красивого рельефного узора. Такой узор подойдет особенно для мужских изделий. Можно вязать плед, хорошо держит форму рисунок, вяжется только из лицевых и изнаночных петель. Вначале резинка 1х1, далее перешли к основному узору. Это изнаночная сторона, она тоже очень красивая, и лицевая сторона. Узор можно считать двухсторонним. Вяжется очень просто. Вязали из пряжи профил Merino Extra 90. Это 100% мериносовая шерсть. На нашем сайте представлена полностью вся цветовая палитра. Можно перейти по ссылке и оформить заказ. Все ссылки оставляю внизу под этим видео. Давайте приступим к вязанию. Я подготовила заранее петли, раппорт узора, 10 петель, 12 рядов, плюс 2 петли кромочные. Я набрала на один раппорт 10, плюс 2 кромочные, 12 петель. Первый ряд раппорта. Кромочную петлю снимаем, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. Есть 3 петли лицевые, 1, 2, 3, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Есть 1 петля лицевая. В конце петля кромочная, провязываем ее изнаночной петлей. И переходим ко второму ряду раппорта. Во втором ряду вяжем все петли по рисунку току. Там, где изнаночные, вяжем изнаночные, там, где лицевые, вяжем лицевые. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Так. Есть. 2 петли изнаночные, 2, 3 изнаночные, 1 лицевая и 2 петли изнаночные. В конце петля кромочная, провязываем ее изнаночной петлей. Переходим к вязанию третьего ряда раппорта. В третьем ряду кромочную петлю снимаем, провязываем 1 петля лицевая, 1 изнаночная, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 3 петли лицевые, 2, 3, есть 1 петля изнаночная, 2 петли лицевые. В конце петля кромочная, провязываем ее изнаночной петлей. Переходим к вязанию четвертого ряда раппорта. В четвертом ряду вяжем все по рисунку. Кромочную петлю снимаем, 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночных, 1 лицевая, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, 1 изнаночная. В конце петля кромочная. Переходим к вязанию пятого ряда раппорта. В пятом ряду кромочную петлю снимаем, провязываем 1 петля изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная, есть 2 петли лицевые. В конце кромочная, провязываем ее изнаночной петлей. Далее вяжем все по рисунку в шестом ряду. Кромочную петлю снимаем, 1, 2 изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Переходим к вязанию седьмого ряда раппорта. В седьмом ряду кромочную петлю снимаем, 1 петля лицевая, 1 изнаночная, 1 петля лицевая, 1 изнаночная, 3 петли лицевые, 1, 2, 3, 1 петля изнаночная, 2 лицевые и кромочная.
Переходим к вязанию 8 ряда Рапорта. В 8 ряду все по рисунку. Кромочную сняли, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В конце петля кромочная. Переходим к вязанию 9 ряда Рапорта. В 9 ряду кромочную петлю снимаем, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная, 3 петли лицевые, 2, 3, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, лицевая, в конце изнаночная. Переходим к вязанию 10 ряда Рапорта. В 10 ряду кромочную петлю снимаем, вяжем все по рисунку. Так, минуту. Изнаночная, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 2 изнаночные. В конце петля кромочная. Нам осталось последние 11 и 12 ряды. В 11 ряду кромочную петлю снимаем. 2 петли лицевые, 1 изнаночная. 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В конце петля кромочная. Переходим к последнему 12 ряду Рапорта. В 12 ряду все по рисунку. Кромочную снимаем, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и изнаночная. В конце петля кромочная. Мы с вами провязали 1 раппорт, 12 рядов. Теперь все повторяем с 1 по 12 ряд. У вас получится вот такой красивый узор. Подойдет для плечевых изделий. Можно связать для мужчины, для женщины кардиган, свитер. Также можно сделать вставками такой узор, не полностью, а, например, вязать изделие лицевой гладью и вставить такие ромбы. Спасибо, что были сегодня с нами. Напоминаю, что мы вязали из пряжи профил Мерино Экстра 90. Оформить заказ можно на нашем сайте. Оставлю ссылку внизу в описании под этим видео. До свидания.